У вас есть куриная грудка? Давайте приготовим отбивные из куриной грудки в кляре. Кляр помогает суховатой и жесткой грудке обрести нежность и аромат. Рецепт очень простой, быстрый и экономичный. Такое блюдо можно подать с любым гарниром или овощным салатом. Куриные грудки нарезаем поперек волокон шириной 1,5 см. Выкладываем на пакет и закрываем вторым пакетом. Отбиваем молотком. Сначала с одной стороны, а затем с другой стороны. Солим и перчим по вкусу. Соль и приправы втираем. То же самое проделываем с другой стороны. 2 зубчика чеснока натираем на мелкой терке или через пресс. Добавляем 150 мл воды. Перемешиваем. Помещаем сюда грудки. Закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на ночь. Делаем кляр. В миску разбиваем 2 яйца. Солим по вкусу и перемешиваем. Добавляем 100 мл кефира любой жирности и 2 столовые ложки рисовой муки. У меня мука из бурого риса. Все перемешиваем. Кляр получился густой и тягучий. Достаем грудки. За ночь грудки впитали почти всю чесночную воду. Лишнюю воду сливаем. На сковороду наливаем масло. Каждую грудку макаем в кляр и обжариваем с двух сторон до красивой румяной корочки. Переворачиваем осторожно, так как грудки очень нежные. Сочные отбивные из куриной грудки готовы. Аромат у них просто божественный. Такое блюдо украсит любой праздничный либо повседневный стол и никогда не надоест, особенно если дополнять его разными гарнирами. У меня сегодня будет вот такой ужин – куриная грудка с салатом. Это очень вкусно, советую приготовить. Приятного аппетита!